Общественник заступился за саратовских полицейских. 19 декабря на федеральном канале в программе «Человек и закон» был показан сюжет об уголовном деле по факту нападения на депутата Владислава Малышева, обвиняемый по которому был оправдан судом. А после этого возбудили уголовное дело в отношении уже самого депутата. Он обвиняется во взяточничестве. После выхода в эфир этого видеоматериала председатель комиссии по проблемам безопасности Общественной палаты региона Владимир Незнамов подготовил документ в адрес журналистов Первого канала. В тексте сказано, что неправильно изложенная в программе история об уголовном преследовании за мошенничество депутата Малышева заставляет зрителя задуматься об отрицательном облике саратовских полицейских, что, по мнению общественника, не является действительностью. Также в своем обращении Незнамов оспаривает точку зрения журналиста программы на эту ситуацию. В ближайшее время открытое письмо будет отправлено адресату. Мы будем следить за развитием ситуации и не пропустите подробности в ближайших выпусках программы.